Ты не ты, когда голоден, пустой желудок довел медвежонка до отчаяния, и тот попытался обчистить птичьи кормушки. Этот курьезный случай сняли на видео жители американского штата Массачусетс. Грабитель вышел из леса прямиком на задний двор частного дома. Там-то и были вбиты деревянные столбики с железными кормушками. Медвежонок как мог взгромоздился на шест, но все попытки прокусить конструкцию закончились неудачей. Косолапый еще некоторое время безуспешно покушался на птичье угощение, но в итоге так и ушел голодным.